Итак, всем привет! Сегодня я забираю такую тачку, как всем известную Сильвию. Сильвия, Слива, как угодно. Что мы делаем? Открываем карту. Я, кстати, в прошлый раз не брал ее. Что-то по какой-то причине. А, да, я лежал в больнице. Я-то помню хорошо. Поэтому сейчас я ее и заберу. Вот карта, вот заправка. Я отметил маршрут. Ну, где-то здесь вот. Так, поехали. Ну, куда ты едешь? Вернее, это я выехал на встречку. Так, вот тут уже можно поворачивать. Ладно, еще чуть-чуть подъедем. Так, я помню, здесь уже прятали тачку. Так, тут камни. Немножко неудобно. Отлично, как раз искал. Подожди, отлично. Вот. Садимся в машину. И выбираемся отсюда. Так, тут, по-моему, направо. Линкольн 1.30, преследуемую машину. Направляется на север. Рядом с рестораном Анжелина. Поехали. Линкольн 1.30, можете дать информацию по машине? Это Ниссан Сильвия. Сильвия. Внимание всем машинам. Линкольн 1.30 преследует нарушителя. Прошу откликнуться все свободные машины. О, появились. Шустрая. Направляется на север, в сторону Брэкстона. Принято, преследуемый уходит на север, в сторону так, Брэкстона. Пол. Ударили его машину. А ну-ка, ответьте. Я одну шесть прекращаю погоню. Машина встала. Ясно, принято. Попробуем прижать его. Направляется на восток. Рядом с церковью Солидат. Смотри, что делают. С утра голова болеть будет. Машина останавливается. Кстати, А-13 тут мусорок может выехать. Машине конец. Принято. Пошел отсюда. Ага. Не так Берем просто. Берет. Его. Вас поняла. Всем машинам погоня продолжается. 7 километров еще. Больше 7. Да тут психи какие-то. Это точно. Где тут носорог? Линкольн 1.30. Что у вас есть по машине нарушителя? А ну не смей. Направляется на север. Через Маунт Провиденс. Принято. На север. Через Маунт Провиденс. Я броня 22-2 готов. Опа! Чуть не зацепил носорог. Не получилось у него. Эту машину надо доставить. Бочком, так вот. Ну, она хорошо едет. Ох, как хорошо. Отсюда. Носорог едет. Двигатель накрылся. Прошу эвакуатор. Принято. Так. Один остался там, ага. Догнал. Тоже проблемы. Даже не догнал, он тут же вспомнился. Я Адам 6, мы ведущий экипаж. Ясно. Что тебе ясно? Едем отсюда. Прыгнем. Я пытаюсь нейтрализовать нарушителя. А, это плохо. Осторожно. Стоп, 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 нет. Не, только не здесь. Меня не жди.
Так, счет 4,5 километра. Поняла. Я буду таранить. Я протаранил объект. Опа, носорог. Попытка таранить. Эй, спокойно. А6, объект ушел от броневика. Броневика. Прости, брат. В сторону гелиостанции Фортуна Вэзи. Диспетчер, я Адам 35, наша машина разбита, мы прекращаем погоню. Да, ясно, поняла. Эй, осторожно! Диспетчер, я протаранил объект. Ага, надо сюда ехать. Что теперь скажешь? Ничего себе, вид моей машины. Я Адам 1-13. О, электрошок. Это плохо. Это говорит, плохо. А6, мы ведущий экипаж. Идем за объектом. Так, ясно, развернули. За дорогой следи. Но это не страшно. Вырвались. На дорогу. Главное на дорогу выйти. Так, сейчас опять электрошок как дадут. Надо увиливать от них. Говорит А-35. На мака не лезь. Удар. Так, еще 1 километр с чем-то. Вот сюда сократим. А сейчас отстанут. Все, по-моему, отстали. Говорит Линкольн 1-30. Не могу догнать эту машину. Преследование никто не ведет. Опа, не туда еду. Внимание всем ведущим преследования. Визуальный контакт с объектом утерян. Объект направлялся на восток через Liberty Desert. Ого, помятая. Вот как это делается. Ну да. Вот и приехали. Поставки. Симпатичная машина. Ну конечно, симпатичная машина. Ну вот и все. На этом буду заканчивать. Лайкайте. Подписывайтесь, кто впервые зашел. И всем пока-пока. До скорых встреч.